интервью. Давно Рожка, как вы смотрите на этот весь шоу, которое устроено сегодня тут в Единце? Ваше мнение? Ми дуже шоу для Кишинев, для театру, для опери і балет. Я так раз з'явив неплакута оказія, що ведемо кому цей партид олігархік, формат din елементи криміналі, періколоасі la scară internațională. Încearcă să facă paradă de stof albastră pentru a crea impresia în Ieleț inclusiv că acest partid ar avea o anumită importanță și relevanță în viața publică. De altfel, orășenii sunt scandalizați pentru că circulația este blocată din toate părțile, peste tot sunt cordoane de poliție, peste tot sunt agenți ai Serviciului de Informație și Securitate care atenționează atât conducătorii auto cât și trecătorii că trebuie să treacă mai în vârful degetelor prin centrul orașului, pentru că Marian Ilici Lupu în această clădire ține cuvântări și poporul Republicii Moldova din această regiune nu trebuie să-l deranjeze. Este absolut scandalos, revoltător, este o încălcare directă a drepturilor constituționale ale cetățenilor de liberă circulație, inclusiv în acest oraș, care face parte din teritoriul Republicii Moldova. Iată că apare și, vă rog să filmați cortegiul de mașini care îl plimbă de obicei cu Marian Ilici, lucru care trec să-și îndreaptă către capitală, astfel încât cetățenii orașului Edineț au plăcerea să respire mai ușor că au scăpat de prezența presantă și dezagreabilă a lui Lupu în această parte a țării. Как вы считаете, это первое, последнее визит его в Единице? Может, это какой-то вояж по северу Молдовы? Да, насколько я понял, Лупу и другие руководители этой партии будут гулять по этому району. То, что мне нравится во всем этом деле, это неприкрытая наглость сверхбогатых людей, которые кичатся своим богатством и которые демонстрируют, как они могут транжирить наши с вами деньги, которые они сделали в частные, превратили в частные, на свои партийные шоу. Это абсолютно неприятная история. Я откровенно сожалею, что мы сейчас живем в такие неприятные времена, когда любой прохожий, будь то полицейский, государственный служащий или частное лицо, боится высказаться по поводу вот этого вот безобразия, для того, чтобы не потерять работу, не иметь неприятности и так далее. Мы не за это боролись, мы не за это хотели стать демократическим обществом. Как вы считаете, вот, что принесет им этот конгресс? У них будет больше сторонников, либо у них будет больше противников? Ну, я думаю, что у них просто уже крыша полностью поехала. Я не понимаю, что подобного рода акции только портят имидж лидеров этой партии и партии в целом, поскольку в такой трудной экономической ситуации, когда у людей нет на кусок хлеба, они позволяют себе такие шикарные шоу. Кстати, там был очень шикарный концерт внутри этого Дома культуры с участием известных певцов эстрады из Кишинева. Это все стоит тысячи и тысячи долларов. Как, по вашему мнению, стоит ли ожидать визита партии Филата, представителей, либо на демпартии это закончится? Не, ну, конечно, тут конкуренция бешеная между двумя олигархами, Филатом и Плохотнюком, и я думаю, что и Филат со своими приспешниками быстро сюда прискачет, чтобы показать, что они не менее наглые, не менее циничные и не менее богатые, чем демпартия. Ваше мнение, стоит ли в будущем ожидать еще каких-то пиар-шоу в отношении? Это, это и делают. Это популистские партии, это партии необразованных, наглых, циничных прихватизаторов, которые ничего толком-то и сделать для этой страны не могут, кроме как кичиться своим богатством и своим положением на сегодняшний день в государственных институциях власти. Сколько может такое шоу по предварительным таким? Тысяча, две тысячи, три тысячи долларов? Я думаю, что здесь десятки тысяч долларов. Десятки тысяч, потому что если судить о тарифах, которых требует шоу-биз, участвующий в этом, в этой акции, да еще политтехнологи, да все этот материал, да еще привести людей не только из района Единицы, но и со всего севера Молдавии на данное мероприятие, то это десятки тысяч евро. Как по вашему мнению, стоит ли серьезно воспринимать этот политический демарш, либо это все ж таки шоу, самое натуральное? Вы знаете, нет худа без добра. То есть я считаю, что данные наглые выходки этой партии
помогает обществу понять, насколько опасны подобного рода политики и как неприятно иметь их во власти. Как, по вашему мнению, что в будущем ждать от политиков, которые готовы ради своего шоу тратить деньги, вложить? Я жду только одного, когда они сядут в тюрьму. Я буду участвовать в процессе смены власти с тем, чтобы правоохранители органы довели до ума все случаи, связанные с коррупцией, с узурпацией государственной власти, с нарушениями, грубейшими нарушениями экономического характера. Так что пусть пока ребята резвятся, а через пару лет придется сесть. Вот так.